Аксел, Клей. Так, нужно выбрать силы поразрушительнее. Мне нравится вот... Нет, опустошение! Вот, опустошение мне нравится, хорошая сила такая. И давайте возьмем еще, знаете что? Вот. Сливовый компот! Безжалостная ржавчина! Не-не-не, вот лучше стремительную атаку. Она быстро перезаряжается очень. Возьмем ее. И из зеленых. Ну, из зеленых, наверное, ничего не будем брать. Обрушение! Обрушение тоже не то сейчас. Где же она? Так, вот давайте возьмем волчий голод. Отлично тоже будет. Хорошая комбинация. Итак, Аксел против Лаварии. Подъезжает наша крепость на колесах. И выходит легендарный герой Аксел. Для того, чтобы уничтожить такого огромного паука, нам понадобится огромный топор. Ты будешь страдать! Сказала Лавария перед тем, как я заехал ей топором по башке. Да, кстати, интересно. Видели, какая у нее атака хорошая? А это что такое? Ого, как сильно оттолкнуло меня. А ну, получай. Что примечательно, когда Аксел бьет своим топором, то он накладывает молчание на вражеских героев. После чего они не могут использовать свои способности. Видели, да, как я прям через нее прошел? На 2000 прям бьет уже Аксел. Вообще круто. Та, такую паучиху. Сейчас Аксел быстро заквасит. Надо тоже делать какое-то типа оглушение, что ли. На, получай, паучиха. Оглушение опять. Ну ничего, сейчас мы только используем наши сверхсилы. И сразу же дело пойдет на лад. Волчий голод. Волчий голод! С каждым ударом нам добавляется здоровье. Лавария бьет ультразвуком. Опустошение! Опустошение тоже одна из хороших сил, которая усиливает наше оружие. Получай! Стремительная атака! Пауков призвала, да? Смотрите, какие-то огненные пауки, которые еще и взрываются. Это сейчас, наверное, приземлится сюда так. Да, не успел я убежать. Но Аксель, он просто не настолько быстрый, чтобы убегать от нее. На, пауки сразу взрываются, да? Они чуть-чуть пробегают, затем взрываются. Не успевает он. Эх, не успел опять. Ничего. Сейчас мы с ней разделаемся. Пусть только появится. Видели, да? Она специально скрывается от меня. Боится, что я ее уничтожу. Ну, так и есть. Если она появится, сейчас я ее быстро уничтожу. Хотел ее сильным топором сокрушить. Разрубил ее на части. Аксель, конечно, молодец. Еле выжил, чуть не уничтожили его.
скажу вам, был сложный бой. Ну что ж, на этом все. Будем ждать новых приключений Аксла. Ну вот. И его команды. Клей, Мурингтон, там вот есть еще. Мия тоже хорошая такая, с булавой. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.